Белый, ты не поверишь. Нас пригласили на день рождения свиньи. Да-да, свиньи. Настоящей, черной, вьетнамской свиньи с изумительным именем Жозефина, которая, кстати, очень идет. Красавчик-студент, который приклеился к нашей ванночке, работает у вдовы богатейшего промышленника. Ну, как ты думаешь, что может делать красивый студент из Польши для сентиментальной вдовы, у которой три кухарки, табун горничных, два садовника, шофер ветерина? Ну, когда Ванда влюблена, она не задает себе таких вопросов. Вдова очень странная женщина. У нее две слабости. Первое – это болезненное чувство сосуществования с миром. И поэтому во всех помещениях, включая конюшню, стоит телевизор. Она встает в 5 утра, смотрит все новости на всех возможных каналах. И второе – она считает, что больше всего в мире страдают животные. Когда мы сидели в саду, свинья носилась, как ошалелая. Время от времени подбегала к вдове, толкала ее своим рылом, и та с нежностью целовала ее в морду. Ванда смотрела на эти нежности вьетнамской свиньи с отвращением. Ася же, наоборот, с удовольствием гладила Жозефину, а истории вдовы, в которых люди преследуют животных, слушала как пророчество о пришествии светлого будущего для мира, главным образом животного. Студент тоже целовал свинью в рыло и по-французски декламировал свинье стихи. Свинье нравилось. Мы выпили несколько бутылок бордо. Я была в чрезвычайно эротическом настроении. Виной тому бордо – французский язык, а также то, что завтра ты прилетаешь из Нью-Йорка. Прилетай же, наконец. Послушайте, нельзя ли побыстрее, так я опоздаю на самолет. А что я могу сделать, пробки? Благодаря тебе я стала наполненней.
лучше. Чувствую себя исключительной и чудесным образом отличенной. Во мне, несомненно, происходит какая-то биохимическая реакция. Сегодня я немножко разнузданная. Главным образом из-за Арси. Это она уговорила меня поехать после Арси прямиком в музей эротики. Угадай, что мне больше запомнилось, Ренуар или эротика? Ася говорит, что иногда, чтобы почувствовать себя секси, она надевает обтягивающее платье и надевает трусики. Как это просто! Моя самая большая мечта — писать тебе имейл, лежа голой в вайбере. Я чувствую себя, как это выразится, легко воспламеняющейся. Сегодня в музее эротики было множество картин и скульптур, изображающих ведьм. Знаешь, что я обнаружила? Ведьмы на костре улыбались. Женщины, которых часто сперва побивали камнями, радостно смеялись, горя на костре. Прилетай же, наконец. Я так скучаю. Вы плачете, потому что они все погибли? Откуда вам известно? Все они. Ну, потому. Я очень вас прошу. Только не говорите никому, пожалуйста. А вы знаете? Ведь я должен был улететь. Тем рейсом. Ну и забыл бы плечо ведь. А так бы погиб. Как и они. Господи. Она же не в курсе. Простите. Срочно соедините меня с номером 1021. В номере никого нет. Мадам Ева ушла с подружками на выставку. А потом хотела ехать в аэропорт. Скажите, вы получили мой мейл? Передали его адресату. Я пробовал связаться с мадам Ева, но, вероятнее всего, она оставила свой мобильный номер. Слушайте меня внимательно. 4 часа назад произошла катастрофа. Рейс ТВА-800. Все погибли. Я должен был лететь этим рейсом, но из-за пробок лечу другим. Она еще этого не знает. Я прочитал о трагедии. Хорошо, я еду в аэропорт. Если не застряну в пробках, то буду вовремя. Это все, что могу сделать. Простите, вы пришли встречать прибывшую этим рейс? Да. Вы знаете, рейс ТВА-800 на прибытии. Самолет рухнул в океан через 11 минут после взлета, и все погибли. Мне очень жаль. Пойдемте сюда. Вы всегда рады. Идите, садитесь, пожалуйста. Простите, а кем вам был пассажир, которого вы пришли встречать? Почему был? Якуб есть, а не был. Почему был Якуб? Якуб есть, он есть, а не был. Якуб жив. Якуб жив, он через полчаса прибудет самолетом Дельта. Он опоздал на тот рейс. Вы слышали меня? Он еще летит к вам. Вот. Господи, благодарю тебя за это. Господи.
с тобой в тумане. И останешься навсегда. Отвечаешь.